Живописнейшее место в Краснокутском районе. На первый взгляд может показаться, что двое мужчин разбили кемпинг около реки и просто отдыхают в тени деревьев. На самом же деле граждане выращивали коноплю, думая, что их незаконный бизнес за высоким камышом никто не увидит. Сотрудники наркоконтроля Главка при поддержке спецподразделения «Гром» обнаружили две плантации конопли, откуда изъяли 130 кустов запрещенных растений, а также части растений массой полкилограмма. Выращивал, что делал? Таскал, носил. Выращивал для асфальта, для себя. Для себя? Может, для дальнейшего сбыта выращивал? Нет, для себя. Кроме того, в ходе досмотра автомобиля, принадлежащего одному из подозреваемых, сотрудники полиции обнаружили и изъяли части растений конопли массой более 300 граммов. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 231 и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.